19 января запорожская делегация во главе с президентом акционерного общества «Мотор-Січ» Вячеславом Богуслаевым и главным конструктором «Івченка Прогресс» Игорем Кравченко отправилась в австрийский город Винер-Нойнштадт. Там, на местном аэродроме, состоялся первый испытательный полет самолета Diamond Aircraft с запорожским авиадвигателем. Общая история первого полета ДА-50 датируется 2007 годом. Но на протяжении всего этого времени семиместный самолет комплектовался поршневым двигателем. Отныне, именуемый теперь ДА-50GP7, украшают логотипы запорожских предприятий «Мотор-Січ» и «Івченка Прогресс». Так как теперь специалисты «Даймонда», оценив все преимущества и достоинства, будут налаживать серийное производство этого самолета с новым двигателем с турбиной запорожского производства АИ-450С. Вместо старого мощностью в 350 лошадиных сил. Мы очень довольны тем, что наш двигатель на основании конкурса или тендера был выбран на этот гражданский спортивный самолет. И я надеюсь, что судьба нашего двигателя, украинского двигателя, будет удачной. Дело в том, что мы впервые прорвались на европейский рынок. И нас здесь воспринимают очень хорошо, потому что техника на предварительных, так сказать, полетах показала себя удовлетворительно. Знаковость сотрудничества украинских моторостроителей и австрийских авиастроителей подчеркнул прибывший на испытания чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия Александр Щерба. Очень приятно принимать участие в таких мероприятиях, которые показывают Украину как страну, ориентированную в будущее, страну, которая может создавать нечто, во-первых, уникальное, во-вторых, суперсовременное, в-третьих, чрезвычайно интересное и нужное для окружающего мира, для Европы. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете такие вещи для Украины. Во время испытаний самолета ДА-50GP7 в кабине сидел главный исполнительный директор предприятия Diamond Aircraft Кристиан Дрис и главный летчик-испытатель фирмы Ингвар Майербах. В сопровождении нескольких самолетов со всеми участниками рождения нового самолета на борту ДА-50GP7 совершил первый испытательный полет, который поднял в воздух двигатель АИ-450С запорожских производителей. Первое мое впечатление было великолепным. Во-первых, я хотел бы сказать огромное спасибо за возможность участия в этой работе господину Богуслаеву «Мотор-Січ», господину Кравченко «Івченка Прогресс» за то, что эта работа совместная стала возможной. Самолет показал, двигатель показал великолепные результаты. В дальнейшем в разработках австрийского производителя использование запорожских двигателей в оснащении более габаритных самолетов для использования их в целях доставки гуманитарной помощи в труднодоступные районы и изготовления самолетов, которые призваны прийти на замену стендом-тренажером и будут использоваться для обучения молодых пилотов. Летные испытания, начавшие, подтверждают те характеристики, которые мы пообещали. И великолепный дизайн самолета в сочетании с очень хорошим двигателем, я уверен, даст очень хороший результат. И мы, и самолеты с нашим мотором будут завоевывать рынок мировой. У нас уже есть ряд совместных проектов по продвижению данного самолета. Ожидается, что в середине 2016 года пойдет в серийное производство ДА-50GP7. Планируется продавать 50 или более этого машин в год. В качестве основных целевых рынков, как отметил руководитель Diamond Aircraft Кристиан Дрис, намечены страны Восточной Европы, Африканского континента и Китай. Прайсовую стоимость этого самолета австрийский производитель планирует снизить на уровень всего около 1 миллиона евро.